мой видеоблог номер 415, пора хвастать, мои дорогие, 415, пора хвастать. 415, пора хвастать. Мой видеоблог номер 415. Пора хвастать. Все, поехали. Чайник второй раз кипятится. Кипятись. А пока мы сейчас макароны с сосисками сделаем. Ой, подождите, пока не надо. Ладно, вот сюда. Напомню, мои дорогие, с 20 мая по 18 июня я ложусь в тренировочный партнер в месяц яблока. Так что я заранее забываю подписки.
Господи, блин, подписчики у меня совсем все осыпались. Подписчики. Все, подписчики. Вы видели, подписчики? У меня на ваших глазах почти подписчики разлетелись, подписчики. Все, ладно, две сосисочки, пожалуйста, сделай их мне. Да, две сосисочки, да, две. Ага, две. Ой, специально близко. Знаете, моя тетя вернулась, подписчики. Я забыла сказать. Моя тетя вернулась, подписчики. Я вам забыл сказать, подписчики. Моя тетя вернулась, подписчики. Подписчики, моя тетя вернулась. Так, ёпки. Ой, что здесь? А, моя мама вчера на глаза 4 смотрела. Так, всё, поехали. Ага, поняла. А, два. Ой, срочи, девочки, что такое, да, отойдите. Еще второй раз камень упал. Я сид, подписчик, у меня опять камень упал. Так, ну вот будет еще кофе подогреть мое, чтобы шоколадом упал. Я сегодня две шоколадки закупила. Девятнадцатая. Так, всё, подписчики. Наши макароны садились, мы готовы. Всё, берём девушку, девочки, девушку. Всё, берём ложки, всё. Всё, подписчики. О, Господи! У меня есть ложка. Так, нужно взять майонез. Ой, нет майонеза мало. Так, ладно.
Хочу попросить у всех своих подписчиков прощения за то, что я ругалась на своих видео, и от меня уже ушло 2 подписчика опять. Было 139 подписчиков, я думал, что 140 будет. Но в связи с последними событиями, которые я смотрел всегда 60 минут, наверное, половина отписывается. И да, мне по... От меня наконец осталось Вахов Хайтонов, я не знаю, надолго ли это или нет. Какой-то записки по ебу и подписчики. Так что подписчики? Все мои подписчиконы. Мои подписчиконы. Мои подписчиконы. Пантера, нет, можно.
Не, подписчик ваш выхай, сказать, кого не дух вставайся. Продолжают думать, что они могут рисовать Ростов. Но Ростов не будет думать, да, он уже заявил.
Я
просто хочу добавить, помимо того, что это был огромный труд, это был объект, который начинался исключительно в Москве. Если вы видите, туда можно было только на сотрудничных вагонах, а участие военного транспорта, участие на московских школах, это что-то интересное. То есть это был очень разделительный объект, и все повторили ядерные свои головки. Я полагаю, что теперь в нем хранились вот эти самые американские ракеты, противовоздушные комплексы, которые они поставляли. Спасибо.
Ой, все, подпишите, простите. Я кружить уходила. Я уходила кружить, подписчики. Я кружить уходила. Хей-я-хей, хей-я-хей, хей-я-хей-я-хей-я-хей-я-хей-я-хей. Хей-я-хей, хей-я-хей, хей-я-хей-я-хей-я-хей. Хей-я-хей, хей-я-хей, хей-я-хей-я-хей-я-хей. Хей-я-хей, хей-я-хей, хей-я-хей-я-хей-я-хей. Я уходила кружить по фишке. Вот я снимаю нового лодка. Сколько на 25 рублей подписчики? Как на всякий случай. Видео, видео. Часовое видео. Так, надо будет видеоблог 416 на улице снять. Потому что 415 дома снимает, вот 416 надо на улице снять. Например, видеоблог снять, как я там, как я буду бабахнуть, вот. Как я буду бабахнуть, классику найти, точно. А обратно тогда уже на торт поесть, все. Да, все. Угу. О, платить подписчики. У меня лодочки. Вот это мои лодочки, подписчики. Я на лодке, смотрите, подписчики. Я на лодке, подписчики. Подписчики, я на лодке, смотрите. Я на лодке, подписчики. Подписчики, я на лодке. Я на лодке, подписчики. Подписчики, я на лодке. Я на лодке, смотрите. Я на лодке, подписчики. Все. Ой, падает, блин, что с такой? Ведет и падает, правильно? Такая, а? Оно не падает. Не падает, говорю. Не падает, говорю, ведет падает. Не падает, говорю, да что с такой? Так, тебя сложить надо. Так, мои подписчиконы, мои любимые. Мои любимые подписчиконы. Мои любимые подписчиконы. Подписчиконы мои. Мои подписчиконы, мои любимые подписчиконы мои. Мои подписчиконы. Подписчики, мы забыли сундук взять, подписчики.
Подписку мы забыли сундук взять. Подписку мы забыли сундук взять. Подписку мы забыли сундук взять. Так, все. Вот, Катя. Катя, вот эти шоколадки нам пригодятся для открыток. Когда я буду пасхальные открытки. О, точно. А кто? Ну, естественно, мужчин на выходе из города несколько раз проверяют, то есть смотрят на наличие татуировок, смотрят на какие-то следы от оружия. Проверяют, если нет участия в боевых действиях на стороне в лесу или на спаде. Ой, смотри, что делать, смотрите. Ой, что делать с подписчиками? Вот мы растудей. Растудей. Ого! Вы серьезно? Thank you.
А, вот сегодня же суббота, точно. Блин, сегодня суббота, я думала, что сегодня славянство, нет, 27-20. Они же тебе в субботу тоже вещают, точно, я забыла. Я бы сказал свою традиционную фразу. Какой же день без шоколада? Какой же день без шоколада, мои ужасные поступки? Так, возможно, у меня по 2 миллицентра подписан, поэтому я не буду сразу 2 шоколадки кушать. А то скажут, что я плитки кушаю шоколадные, и все. Я опять буду незаконно. О, ну да, ну да. А, да, да, да. Скажи подписчикам, да, скажи, скажи. Да, скажи всем подписчикам, что ты всем скажи. Да, я скажу обязательно. Все, ладно. Все, лапочки, лапочки, подписчик. Лапочки, лапочки, подписчик мой. Ой, спроси подписчикам. Так, одни видео, видео, все с тобой, есть видео. Итак, мои любимые подписчики. Я надеюсь, что на моем канале все восстановится. У меня будет снова 139 подписчиков. Thank you.
Ой, мать вам. Как страшно, подписчики, как страшно жить стало. Thank you.
Я так не делал.
Подписки опять вернут. Подписки. Поскольку я вам не рассказывала, мои дорогие подписчики, то я очень сильно люблю мишек. Мишки – это моя хобби, но мне не разрешают покупать мишек, подписчики. У меня раньше было целое количество мишек. Так, вот это самый маленький мишушка в моей коллекции. Так, вот это я купила. Вот это я купила 8 марта. Вот это я 8 марта купила себе плюшевого медвежонка. Подписки, мои дорогие. Я, кстати, хотела кружить подписки. Так, ламба. Ой. Вот этот мишка я сама сделала. Антон Путин, кто он его зовут? Я его сама сделала, подписки. Вот, подписчики, вот это я сама сделала. Ой, так. Всем привет, уважаемые подписчики, канал Минкоткор. Уважаемые подписчики канала Минкоткор. Вот это я купила 8 марта, подписчики. У меня такой мешок появился. Так, в следующем году, 8 марта, я постараюсь, если YouTube не закроется до конца года, я постараюсь себе... Нет, не... Ну, в прошлом году, в следующем году, 2023, я куплю целостые мишки и подаю их своим подружкам. Да-да. Ой, не съем, друг. Друг, да. Мишку подарю. Так. Ну, я вам, наверное, уже показывала, кому я открытки делаю, подписки. Ладно, подписки. Ладно, давайте пойдем дальше вещаться, мои дорогие. Всем привет! С вами канал Мина Каткова и Марина Мишута. Уважаемые подписчики канала Мина Каткова, я хочу, чтобы на канале моей хозяйки сделалось 140 подписчиков. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Мина Каткова. Так, все. Ждите. Так, вишенки. Так, где тут? Подписки, я на Мишкина. Я на Мишкина, подписки. Я на Мишкина. Я на Мишкина. Вот этот Мишка я сама сделала, подписки. Уважаемые подписчики, она не такая. 20 мая, хотя все не сможет, выкладывайте ее знаете. А, ой, да. Простите, подписчики, да. Ладно. Ой, кого, почти двухчасовое видео.
а видео, видео, двухчасовое видео, а видео, видео, двухчасовое видео, та-та-та-та-там. Итак, мои подписчики, мои любимые, мои любимые подписчики. Мои любимые, мы с вами помыли посуду, сейчас мы будем вытирать посуду, потом, мои подписчики, я пойду это одеваться, мои дорогие, забираться, одеваться, мои дорогие, и Thank you.
самое любимое под щеками. Так вот эту ложечку сразу же вот эту. Ой, закрывал эту дверь. Так, все, пойдемте под иконы мои. Так. Кладем сахарницу на место. Ух ты, ёпка, почти второй, да. А видео, видео, часовое видео. Там, ой. Ой, подписки звонит кто-то. Алло? Ой, ладно, завершаемся. Подписчики, Антон, как всегда на кухне-то. Так, подписчики, это Лох ТВ. Алло, слушай. А, блог. А, нет, я блог снимал свой. На канал, на свой, на телефон ноги блог снимал. Курс закончил недавно. Да, недавно курс закончил, да. Да. Ого. Дождь. Серьезно? Ого. Да. Да. Ага. Нифига себе. А за сколько ты так сдала? Да. Да. Ого. Но. Там сколько килограмм-то? 5? Ого! Надо же! Да. Ага, поняла. Да. Ага, я сейчас буду тогда, сейчас завершу блог, ну, пойду потом на улицу, сейчас на улицу пойду. Да нет.
Нет, не ночью. Хорошо, ладно. Хорошо, до связи. Алло, алло, до связи с вами. До связи. Все, подписчики. Простите мои подписчики за потолок ТВ. Я немножко разговаривала с мамой подписчиков. Так, ох. Да что, ладно, оп. Ага, подписчиконы мои. Мои подписчиконы. Так, подписчиконы мои. Ангелочки. Так, все. Так, все, подписчиконы мои. Стоянка. Стоямба. Сотрудники с вами, а в принципе, около 20 лет,
Моя тетя вернулась в больницу с подписчиком. Я вам хочу сказать подписчику.
Все, подписи, вот, чем, вот я о чем хотел вам сказать. Ладно, подписиконы, я хочу вам пожелать всего хорошего, всего доброго, мои друзья. Опа! Вот, да. У меня все хорошо. Ой, подписки, кажется, нам помощь нужна. Ой! Ой! Ситуация оказалась очень сложной. Так, подписчики, сейчас я сделаю пару фильмов. Много твоих фондов. Даже на 12 марта специально. У меня 12-го специально, да? Понятно. Подхелп. Подхелп 50. Подхелп 50. Подхелп 50. Так. Ну, 30. Отлайк. Грузить надо. 34. Только на 34. На 7. Директора главного театра страны Владимира Курину исполнилось 75.
сука. Слушай. Подписки. Сегодня одной моей подписчицы день рождения. Ей исполняется 10 лет. Комментарии отвечены, выставляйте подписчики. Подписчик, сегодня у Евы день рождения, у канала Ева Марс день рождения. Да ладно, все, подписчики, дальше. Все, сказать-то, что сказать-то дальше. Ладно, подписчики, все, завершаемся. Завершаемся. Всем пока, с вами Нина Игина, с вами Нина Котова, с вами Нина Котова. Всем пока, пока, всем пока, пока, всем пока, пока.